Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Рада бачити в нас в гостях голову транспортної комісії Одеської обласної ради Романа Сенека. Романе, вітаю. Добрий вечір, Віталій. Говоримо, як це не дивно, про транспортні проблеми, але не регіону, де більш-менш все нормально. Говоримо про транспортні проблеми міста. Якість перевезень, якість транспорту, дорожній рух – нескінченний традиційний ремонт комунікацій і перекриття дорожнього руху. І ми бачимо, що Одеса в 2020 році місто не для пасажирів, не для транспорту такого громадського. Чому так, пане Роман? Давайте порозуміємо. Ну, яркий примір того, що відбувається і яка ситуація у нас з транспортом, це 1 сентября. Всі могли відчути з 1 сентября, когда дети пошли в школу, студенты в университет, у нас наш город просто встал. Я сегодня к вам с базарной на канал ехал больше 40 минут, потому что на самом деле слишком много у нас машин, слишком много у нас маршруток, которые ездят, а электротранспорта, который бы мог обеспечить пассажиропоток, очень мало. Поэтому на сегодняшний день это проблема номер один для города, потому что Одесский городской совет просто без какого-либо планирования строит высотки и не думает о том, где люди, которые будут покупать там квартиры, будут парковать свои машины и как вообще можно будет добираться с дома до ближайшей школы или там рынка или центра города. Вот, это проблема, которую никто не хочет замечать по причине того, что она как бы никому не выгодна. Намного легче выдать разрешение на строительство где-то на одесских склонах, обилетить людей и продать эти квартиры, а потом уже кто как хочет, так и будет себе жить. Поэтому задача для Одесского городского совета на ближайшую каденцию, мы с вами прекрасно понимаем, что в октябре у нас выборы и будет новый состав депутатского корпуса, это уделить максимальное внимание развитию горэлектротранспорта, потому что это очень перспективная тема, которая может снизить, скажем так, пробки в городе и дать возможность людям более быстро добираться в, ну, скажем так, туда, куда им надо. Каким образом это можно сделать? Наш, как вы знаете, наш горсовет взял уже 3,5 миллиарда гривен кредитов, которые вот последние полмиллиарда, как мы слышали, будут распределяться исключительно под выборы действующего мэра. Они будут закупать новые лифты, они будут делать межквартальные проезды. В общем, это все те проблемы, которые действительно есть и нужно решать. Но глобальные проблемы, которые влияют на всю жизнь города и сказываются на каждом одессите, влиять никто не хочет. То бишь, на сегодняшний день приоритет этих кредитных денег должен фокусироваться на, скажем так, развитии нашего горэлектротранспорта, который у нас печатает в печальнейшем состоянии. Я вот был с инспекцией по ряду трамвайных маршрутов, и люди говорят, ну почему в 21 веке у нас не может трамвай тянуть 2 вагона или даже 3 вагона? Это же сразу снизит, ну, во-первых, давку, во-вторых, намного проще будет добираться. Почему у нас до сих пор в городе нету, как, например, в Днепропетровске, остановок, которые показывают, через сколько приедет этот трамвай. Но это же не так сложно делается. Это очень просто. Если приводить примеры той же Европы, так в Польше это уже давно есть. Ну, Польша не так далеко убежала от нас. Неужели у нас... Так, ну, примеры в нашей стране есть. В Днепропетровске это уже работает. А у нас... этого всего нет. Люди вынуждены, особенно летом, стоять на жаре. А еще отдельный момент надо обратить на эти остановки. Вы их видели? То бишь, это просто стекло, 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 которое ничего не защищает. Ни от ветра, ни от дождя, ни от солнца. Люди, как правило, вот есть остановка, а люди стоят где-то за 200 или за 50 метров от нее в тенечке, потому что стоять невозможно. И такая ситуация, она, ну, казалось бы, достаточно идиотична, потому что у вас есть все для этого. Почему это не делается? Потому что есть такое понятие, как маршрутка. Вот у нас их очень-очень много. Они все являются частными маршрутками и зарабатывают все в частности.
частный карман. То есть не городской бюджет зарабатывает, а именно частник, который предоставляет эти услуги. Ну, говорить о качестве перевозок на маршрутах нам вообще не приходится. То есть мы прекрасно знаем, что это, ну, часы пик, это просто забиты, это небезопасно. Это, в принципе, вот эти маршрутки, которые еще были сделаны, да, вы же помните, была постанова при Порошенко, что именно Богданы, эталоны и прочая вот эта история, только они соответствуют нормам перевозки пассажиров. Вот такая чисто лоббистская тема под свой завод, и вот заканчивается все тем, что больше у нас вариантов нету. А историю с этими же низкополыми автобусами, о которых мы с вами тоже общались, ну то бишь, что происходит? Они их закупили, они показали, что вот мы купили, мы красивые, они 2 дня поездили, их сняли на частные маршруты. Вот скажите мне, городское хозяйство, городской совет, ну сам мэр хозяйственник, если он так себя называет, он вообще думает о том, что люди нуждаются в этих автобусах, что на них намного комфортнее и безопаснее передвигаться. Более того, они инклюзивные, то есть люди с ограниченными возможностями могут тоже в них попадать, а ты попробуй на инвалидной коляске попасть в маршрутку. Это, ну, это испытание, потому что на самом деле они не предусмотрены для таких возможностей. Поэтому задача номер один – это развитие горэлектротранспорта. На сегодняшний день у города есть абсолютно все ресурсы для того, чтобы полностью обновить и троллейбусный парк, и трамвайный парк. Просто никто этого делать не хочет. Почему? Потому что простая причина. Есть городской бюджет, есть темы, на которых очень быстро осваиваются деньги, есть свои частные компании, которые быстро это все делают. Это дорога, это брусчатка, это реставрация своих фасадов, то есть тех зданий, которые им же принадлежат, и это все подается как достижение городской власти. Но еще немножко, и если мы не будем уделять этому внимание, то наш город просто станет в пробках, как это есть там в других странах, в городах, миллионниках, которые не развивают это направление. Посмотрите на наши улицы. Тот же, сколько говорили о Французском бульваре. Но его давно уже надо было адаптировать под современные условия. Вы либо, скажем так, не говорит никто закатать его в асфальт, так как это сделали, например, на Преображенской, угол Садовой. Ну просто брусчатка достаточно ровная, не побитая. Они просто берут, закатывают ее в асфальт. Ну это вообще, мы стараемся сохранить какую-то там историю города, а закатываем точно такая же история возле ЖД вокзала. Просто был переулок возле пожарной части в брусчатке, они его закатали в асфальт, потому что вот, ну, вот так. Ну, то есть часть переулка закатали. Французский бульвар нужно, я так себе вижу, вот трамвайные пути, которые идут по бокам, их просто нужно опустить ниже, либо же брусчатку поднять выше, чтобы с 2 полос сделать 4, чтобы немножко сделать возможность, чтобы был больше поток, потому что по-другому у нас проспект Шевченко, Краснова, Среднефонтанская, они, во-первых, каждое утро стоят, а теперь они будут стоять по часу и по 2, потому что машин очень много. Но мы с вами видели очень много разных примеров, сколько на картинке один автобус, и это, например, там 30 машин, да? То бишь, в некоторых европейских странах сделали вообще бесплатный общественный транспорт. Да, нам до этого очень далеко, это очень дорого, но речь идет о том, что если бы вы дали хорошие, качественные автобусы, троллейбусы и трамваи... Люди пересели бы туда. Люди просто бы пересели, потому что если ты четко знаешь, что у тебя есть четкий график, ты знаешь, когда тебе надо выйти на остановку, чтобы через 20 минут быть на работе, тебе намного больше времени надо потратить на то, чтобы прийти, сесть в машину, прогреть ее, выехать, доехать, потом запарковать, найти где дойти и так далее. То есть на общественном транспорте намного легко. Я живу на Прохоровской улице, и у меня с моей работы идет 3-й троллейбус. Я очень часто езжу на троллейбусе, потому что это быстрее и это удобнее. Потому что, ну, так получается, что он идет прямо почти к моему дому. Но на той же улице Прохоровской, если посмотреть, вот они полгода делали, скажем так, улучшали перекресток Мясоедовская, Прохоровская. Но это, извините меня, ну вот это то же самое, что типа Хаджибеевский лиман, мост мы делали. То есть если бы представить себе, что это делали бы в Китае, это заняло бы, наверное, ну 1,5-2 суток. А у нас это делают годами, потому что это такая нереально сложная задача. Почему? Потому что сейчас европейцы, турки, европейцы предлагают уже следующие услуги. Дайте нам работу, мы ее выполним за свои деньги, а вы заложите это в бюджет и через годика 2-3
под нулевой процент отдадите. Но нет, мы таким компаниям не хотим дать возможность построить. Мы ищем свои, которые будут полгода это делать, потом они будут давать нам откат, и мы будем на этом неплохо зарабатывать. Пока они построят одну полосу, уже вторая умерла. Строят вторую, и первая уже подходит опять к ремонту. И вот такой круговорот, который просто вычищает наш государственный бюджет и ничего к этому не приводит. Так я говорю про Прохоровскую, широченная улица, по которой практически никто не ездит, потому что трамвайные пути в ужаснейшем состоянии, там бетонные плиты, которые ну, уже настолько повыскакивали, что по ним ездить невозможно. А там две полосы туда, две туда. Если бы еще посередине сделать ремонт, то было бы по три полосы. Мы бы разгрузили весь автомобильный поток, который идет со стороны заставы и со стороны там, авангарда, седьмого километра и так далее. Потому что Богдана Хмельницкого утром тоже задыхается, потому что все едут только по этой улице. А вот тебе параллельно, намного шире, намного лучше улица, но ее не делают, потому что ну вот, нету у нас такой какой-то стратегического планирования города, инфраструктуры для того, чтобы, ну ребят, у вас, вы берете статистику, идете там в ГАИ, сколько каждый год регистрируется новых автомобилей, вы видите, что это растет каждый год, и они где-то должны ездить, где-то парковаться. А сейчас еще одна проблема, на сегодняшний день у нас, например, бастуют под горсоветом гаражные кооперативы. Вот лично я встречался с руководителями возле аэропорта «Чайка», «Вираж» и, боже, забыл, и «Сокол». Три гаражных кооператива, в общей сложности 1500 гаражей. А и сейчас городской совет хочет разными там путями, уже там уголовные дела заводит и так далее, сказать, что это территория аэропорта, и вы ее незаслуженно, скажем так, захватили. А люди говорят, да мы тут 30 лет уже, нам еще выдавали, еще когда был Малиновский исполком, еще при Советском Союзе. Нам выдавали, потому что мы сотрудники аэропорта, мы там в Соколе, если я не ошибаюсь, выдавали ветеранам, афганцам, тех, кто ликвидировали Чернобыльскую АЭС, ну, то бишь льготчикам. Говорит, мы там не только своих детей, мы уже там внуков своих воспитываем. Для них это уже не просто гараж, а это уже культура. Так они говорят, вы сейчас забираете у нас эти гаражи, ничего взамен не предлагаете. 1500 автомобилей просто выйдут с гаражей в город. И они все будут где парковаться? Во дворах, на улицах, на дорогах. То бишь, все превратится в полный хаос. И уже нельзя будет даже выйти детям где-то поиграть, потому что все будет хаотично заставлено этими автомобилями. Поэтому у нас назревает транспортный коллапс, хаос, который никто не контролирует и даже не видит, как это можно делать. У нас за все эти годы не построен ни один коммунальный паркинг, который хотя бы сделайте в каждом районе, хотя бы по одному, как это делают там в той же Америке. Просто 10 этажей, все знают, сделайте им какой-то приличный вид. Вот здесь у нас паркинг. Хотите, пожалуйста, паркуйте. Стоят там символичные какие-то деньги для обслуживания этого всего. Это взнос города в, скажем так, для того, чтобы жители города ну, чувствовали себя более комфортно. Такая же ситуация у нас может быть и по другим вопросам, и по парковкам на улицах, и по пляжам и так далее. Город и городской бюджет должен иметь социальную ответственность перед одесситами. То есть хоть что-то дайте одесситам бесплатно, потому что вы с одесситов берете за все. И за чтобы попасть на пляж, и чтобы припарковать машину, и что только вы... Вот, все за деньги. Куда эти деньги идут? Да, часть идет в городской бюджет, часть идет в частный карман. Если пройтись, например, по парковкам, львиная доля тех денег, которые люди отдают вот этим парковщикам, так называемые, это все, это им даже чеков не дают. Просто в карман, потом это вечером делится, и на этом все заканчивается. Крышуют эти все парковки, так называемые, в кавычках, патриоты, которые у нас тут наплодились за последнее время. Поэтому... Городской бюджет и городской совет, поверьте мне, скоро встанет с большой проблемой. Куда парковать машины? Что делать с тем количеством машин, которые на сегодняшний день есть? Потому что даже если эту проблему не решать, то даже автобусы не спасут и трамваи не спасут, потому что куда-то их нужно прятать. Окрім оновлення транспорту, там автобуси, так, це така унікальна ситуація, коли 30 автобусів десь розчинилися в повітрі, а ми про це говорили і будемо обов'язково ще говорити. Окрім оновлення транспорту, потрібно будувати нові мережі – тролейбусні, трамвайні. У нас є мікрорайони, куди
не можна дістатися електротранспортом, про який ми зараз з вами говоримо. Невже це така величезна проблема, щоб там подстанцію там кинути, дереки проложити? І все, тоді у нас більш-менш сучасне місто буде. Але вже кілька там років єдина лінія, яка була побудована в 21-му сторіччі, це лінія 12-го тролейбусу на вулиці Небесної Сотні, і все. Да. Ну, еще, если вы помните, достаточно неплохо обновили улицу Преображенскую в этом плане, трамвайные так, пути. Так, но це не нова мережа, да. Це ремонт старої. Да. А ось в інші, там, щоб потрапити в інші мікрорайони, це величезна проблема. Ну, вся ж проблема в пріоритетах. То бишь, если нету пріоритета развивать именно это направление, то никто ничего не будет делать. Конечно же, это вопрос достаточно больших финансовых вложений. Вот мы даже, когда инспектировали там городской трамвай, даже люди говорят, ну, в принципе, сами вагоны более-менее, но, говорит, посмотрите, почем мы едем. И эти рельсы, они уже просто змейкой ходят, этот трамвай трясет, а, соответственно, оно его и разрушает. И получается, что какого-то такого плана даже по ремонту или там строительству нет. У нас, честно говоря, вот было бы очень правильным решением сделать скоростной трамвай, который бы шел с поселка Котовского и ехал бы, например, на Таирова, чтобы у него были четкие какие-то остановки для того, чтобы люди знали, что они с поселка Котовского до Пересыпского моста могли добраться там за 15 минут. И это, в принципе, несложная задача. Это задача, которая решает достаточно большое количество вопросов. Но на сегодняшний день об этом даже, ну, то есть разговаривают, что мы сделаем какое-то наземное метро, но это из разряда типа, что мы построим там космический аэродром или еще что-то и так далее. Но, ребят, вы входите в ситуацию, когда ситуация усугубляется, и это, к этому вопросу придется возвращаться. Конечно же, построить метро в Одессе, ну, наверное, совсем колоссальная задача и неподъемная еще, наверное, много-много лет. Но сделать скоростной трамвай, который мог бы действительно ходить регулярно по времени, ходить часто и закольцевать его можно и до Таирова, то бишь... Почему нет? Неужели это сложно? Это же не строить какие-то, я не знаю, наземные штуки, которые требуют, как в нашем случае, там, годы или миллиарды. Да нет. Але для цього трамваю не потрібно їхати в загальному потоці з іншим транспортом. Ну, ми побачили на реконструкцію там Преображенської, Софіївської. Але трамвай, по суті, залишився в одній лінії з автобусами, з легковим транспортом. Хоча розмов про швидкісний трамвай, чи саме цією мережою він буде йти, було дуже багато. Бачимо, ремонт закінчився, трамвай ніяк не буде швидкісним, на жаль. Да, саме на цьому дільниці. Мало того, що він не буде, так вони ще навіть не додають вагонів. Тобі ж, чому з поселка Котовського йдуть по одному два вагони? Чому вже не йде три? Ще, якщо дивитися старі фотографії Одеси, ще Бог знає, скільки років назад ходили по три вагони. Так що, йому намного складніше тащити ще додатковий вагон? Так зато людям буде намного легше. Люди ж, проблема людей ще заключається в тому, що на кінечних остановках, особливо в часы пик, просто невозможно залезть в автобус или в маршрутку. И люди ищут другие варианты. Это либо трамвай, троллейбус, либо это уже такси, когда ты супер опаздываешь. Мы помним, как несколько месяцев тому с величезной помпой в Одессе презентовали трехсекционный трамвай. Одиссей по 26-му маршруту, вокзал Таирова. Мне тогда было питание, почему он идет лишь два раза вранку і два рази ввечері. Тобто в день він не йде, тому що є там новогодній там трамвай. Тобто ми робимо це для людей, але даємо тільки на часи пік. Я не розумію, а що, якщо в день люди їдуть, вони не гідні їхати нормальним трамваєм? Объясняю, почему городской совет ведет такую политику. Потому что они считают, что коммунальное предприятие, которое, скажем так, в их ведении отвечает за это, должно приносить в городской бюджет прибыль. И все делается в разрезе того, чтобы мы, не дай бог, не ушли в колоссальный минус и предприятие не было там убыточным. Но, ребят, вот
Наш бюджет состоит из разных статей, которые его пополняют. Должны быть, и это нормально, когда в городском бюджете есть статьи, а по типу, например, расходы на горэлектротранспорт, которые нужно дотировать. Почему? Потому что вы не только должны, скажем так, зарабатывать на этом, вы должны понимать, что у вас есть очень много людей, которые пользуются этим транспортом. Эти люди косвенно платят в бюджет из других своих расходов. Они ходят в магазины, они ходят в аптеки. Эти акцизы и прочее остаются в вашем бюджете. Они работают на какой-то работе, ЕСВ опять же остается в вашем бюджете. То бишь, вы должны понимать, что вот то, что пришло от этих людей в ваш бюджет, часть этих доходов должна идти как дотация на этот электротранспорт. Потому что если вы завтра поднимете цену, или вы еще что-то придумаете, чтобы ваше предприятие было исключительно прибыльным, то вы, опять же, извините за выражение, нагнете тех же одесситов, потому что они опять за это все платят. Так вот, на сегодняшний день у горсовета, ну, как извините за меня, такая потребительская позиция, то бишь, вот вам трамвай, но вы за него заплатите. Так, а мы и так платим. Мы каждый божий день, каждый месяц, в конце месяца вам уходят налоги. Только вы не способны с этих денег дотировать тот же, покупайте новые трамваи, делайте ремонты этих сетей и так далее. Ну почему? Ну вот потому что у нас есть еще ряд вещей, там, например, где-то перестелить квартал нашей плиткой с нашего завода, где-то надо на проспекте Шевченко срезать абсолютно ровную дорогу и постелить абсолютно новый асфальт, потому что кто-то приехал и сказал, нет, надо перестелить. А поехать в наши переулки и посмотреть, что там яма на яме и уже 30 лет никто ничего не делал, нет, это мы не можем. Поэтому это воровство денег, понимаете? И нету хоть чуть-чуть, хоть капли понимания и желания развивать стратегические направления города. Вот все по-быстрому, у нас мало времени осталось. Все, что мы взяли, то наше, а все остальное, хоть камни с неба, придут новые, пусть разбираются с этими проблемами. А их накопилось настолько много. У нас же жилой фонд валится, мы же это все наблюдаем. У нас сети не выдерживают нагрузки на эти высокоэтажки, которые, это же все еще осталось Союза. А практически ничего нового не выделялось. Канализация гниет, водопроводы тоже, ну, то есть на сегодняшний день теплосети в том числе, оно все, вот просто в один момент, как мы с вами наблюдали вот эти падения домов, вот точно так же сети начнут рушиться. И мы не будем понимать, куда вкладывать в первую очередь деньги. Либо в фасады, которые валятся, либо в сети, либо в дороги, которые просто уже пробки стоять, они не смогут на работу ездить, потому что такие пробки. Мы уже, надо, если ты хочешь нормально приехать на автомобиле на работу, тебе нужно выезжать хотя бы 6:30, потому что потом все съезжаются в город, кто на учебу, кто на работу, и уже невозможно нормально добираться. 30-40 час, кто сколько, понимаете? И никто не занимается вот этим стратегическим планированием, чтобы хоть как-то снижать. У нас в 21 веке практически в городе нету умных светофоров, которые на сегодняшний день, ты понимаешь, что если с этого переулка выезжают две машины, то не надо, чтобы оно полминуты, этот светофор работал. Дай возможность главным артериям, чтобы машины ехали, чтобы быстрее освобождать эти потеки. Ну как так? Вот мы показываем, у нас есть там тьма камер уже, горсовет выделил сумасшедшие деньги, сделали эти камеры. А толку с них какой? Вот зачем вы их сделали? Просто чтобы видеть? Или чтобы, может быть, посадить людей, которые хотя бы по чуть-чуть будут регулировать хотя бы поток движения? Вы видите, по Среднефонтанской едет столько машин. Тогда дайте им возможность, сделайте вот эти перекресточки, меньше времени на светофоры, и уже легче станет. Но нет, вот нету. Или нету профессионалов, которые понимают, или нету желания. Вот я вообще не понимаю, почему так происходит. Мы живем в 21 веке, у нас у всех есть интернет, у нас есть опыт других стран. У нас просто бери и делай. Даже ничего не выдумывай. Мы не какой-то супер уникальный город. Таких городов, как у нас, еще с более узкими улицами и более загруженным трафиком, очень много. Но люди сели и просто математически рассчитали, на такое количество населения и такое количество автомобилей должно быть столько-то автобусов, столько-то трамваев, должны они ходить вот в такой-то период времени. И тогда более-менее это будет терпимо.
От пробок не избавился еще никто, но их можно минимизировать. И тогда город будет нормально себя чувствовать. А еще один важный момент – это экология. Вы посмотрите, все маршрутки, которые ездят, это минимум, это максимум евро-2, евро-3. Это то, чем мы дышим. Деревья у нас рубят просто потому, что нужно строить новые высотки. А стандарты у нас работают только на въезд. То есть хочешь привезти, например, автомобиль, не меньше евро-4. Если оно меньше, платишь колоссальные деньги. А то, что наши же страны производит евро-2, евро-3 и продают, пока возят это детей в школьные автобусы, людей по маршруткам и так далее, это нормально. Так вот, если бы чуть-чуть больше уделить внимание электротранспорту, у нас бы снизилось количество тех же маршруток, у нас бы снизилось количество машин, и у нас было бы намного чище воздух, и люди бы жили дольше. У нас вон в Японии супер развитая страна, средняя продолжительность жизни 86 лет, средняя, понимаете, люди живут даже больше, чем 100 лет. А что у нас? У нас средняя где-то в районе 65, потому что это мы уже с вами ни слова не говорим о медицине, о профилактике каждого человека, который как так в той же Японии, потому что там люди всю жизнь проводят профилактику и все свои проблемы на ранних стадиях решают без хирургического вмешательства. А что у нас? А у нас заболела уже когда четвертая стадия или что-то такое, ищем деньги, как спасти человека. Потому что зайти без очереди или попасть к какому-то честному доктору очень сложно. И вот, скажем так, подводя итог в этом всем деле, вот каждый из нас боится непрофессионального доктора, непрофессионального педагога и даже непрофессионального таксиста. Но почему-то никто не говорит о непрофессиональных политиках и чиновниках. Вот все как-то вот как-то не понимают, что и их работа – это результат, которые вы потом на себе ощутите. Вот когда люди идут голосовать, они там голосуют бог знает за что, но не за мозги, не за то, что человек придет и что-то будет понимать. Поэтому так и живем, и из этого проблемы. Но вот выборы, есть шанс опять, и очередная пятилетка. Включайте, извините, мозг, думайте головой, и только тогда голосуйте. Дякую, пане Романе. Ми кілька хвилин тому говорили про ремонт. Я пропоную за кілька днів, тижнів обов'язково поговорити про традиційний одеський ремонт, коли в одному і тому самому місці перекладають труби, перекладають асфальт. Не сьогодні, не сьогодні, да. Але говорити є про що. З большим удовольствием, как мінімум, я думаю, поговорим і об улице Базарной, которую уже в народі називають, що вона вічно строїться, вічно канатна, канатна, улюблена канатна. На жаль, є про що говорити. Да, ну я надіюсь, що ще прийдеться можливість у вас побувати в студії. Дякую, Роман, успіхів вам, вашим колегам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.